Вот такой вот замечательный бонсайчик, водопад в камнях, мы имеем на тропинке на гору Scarface. Лицо со шрамом. Камушки больше, воды меньше. Вот. Такая вот она тропиночка. Впереди у нас слышится группа детишек. И мы планомерно двигаемся на вершину горы. Hi. Yep, yep, yep. Look at the sweetie doggies. Hey. That's a good one. Yeah, thanks, fine. Yay, it's another doggy. Sweet doggy. I just came with my friends. Okay. And there is another one. The big town cooper. Yeah. Good boy. See? Это наши основные хайкеры. Вот такие вот милые песики. И замечательные хозяева. Это тяжелое дыхание нашего братюньки. Good. Да? Вот, то есть... Он держит пейс и страдает вместе со всеми. Да. Это тот случай, когда доги хайкает лучше тебя. Look at those guys. Wow. Yeah, nice guys. Tough girl. Yeah. Come on, Kona. Jelly, come on. Вот такие вот они, горные песики. А мы туда, к вершине. Да, вот так вот звучат по-настоящему счастливые собаки. Они те несчастные питомцы, которых запирают в квартирах и держат в трех стенах. Здесь собаки могут гулять по горам, бегать по дворам задним, ездить в траках с открытыми окнами, высовывая морду встречному потоку набегающего ветра и всячески радоваться жизни. Потому они такие счастливые и дружелюбные. А вершина все еще где-то там. Судя по всему, мы уже где-то рядом. Хотя бы даже исходя из этого прекрасного вида, который нам открывается. Hi there. Hi, how are you? Yeah, thanks, fine, you? Not bad, huh? Yeah, it's a great view. Как сказали люди, идущие с вершины, это и есть вид. Yep, that's it. This is it, guys. We're just in the middle of the forest. Huh? Oh. I'm just filming video. Yeah. Yeah, can you see? And it looks like it's top of the hill. Yeah, not really much hill. Let's go back to the spot. That's a good handwriting. They put a lot of effort in that sign. Yeah. Вот такая вот вершинка. See that? Oh, there it is. I guess I can see that.
guys want to go back to the other spot? Yeah, why not? Вот немножко объяснение, почему это называется поцарапанное лицо. Почти все тропинки, они с таким легким продиранием через кусты. То есть мы натурально упираемся в ветки. И вероятность поцарапать свою милую мордашку, она весьма высока. Отличительная особенность местного грунта, он безумно мягкий. То есть, когда идешь по этой земле, такое ощущение, что ступаешь просто по мягкому ковру. И это очень классно. Ну, наши друзьяки пришли. Эй, свиди. Эй. Так, я вам принес вкусняшных видов. Тут есть такая точка, так называемая overlook, с которого у нас открывается прекрасный вид на окружающую местность. И этим видом я сейчас с вами делюсь. Вот такое вот прекрасное озеро. А я так понимаю, что есть Saranac Lake, но я могу ошибаться. Вот, а там вдали, видите, сейчас справа у нас виднеется город Saranac Lake. А, точно. А ну-ка, сейчас. Давайте. Вот это у нас Lake Flower. Там, где мы были на Сапе. Вот по этой речке я шел. И вот видите, островочки по центру сейчас, да? Это самый милый островочек, который Honeymoon, что-то такое. И там я же развернулся и пошел обратно. То есть вот это у нас получается озеро, которое мы видим большое красивое перед нами. Это Flower Lake. Вот. Вот такая вот красота. Ну, в общем, наверное, на этом сегодняшнее наше видео будет заканчиваться. Я не думаю, что будет что-то еще интересное у нас на пути. Потому... Чмоки-чмоки. See you next time. Take care. Это же называется. И have fun.